Избранный губернатор Магаданской области Сергей Носов вступил в должность главы региона. 9 сентября он выиграл выборы с рекордной поддержкой. За него проголосовали более 81% избирателей. Церемония инаугурации прошла в правительстве Магаданской области. Вступая в должность губернатора Магаданской области, клянусь уважать и обеспечивать, защищать права и свободы человека и гражданина. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Магаданской области. Верно служить народу, честью выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Магаданской области. Сергей Носов – пятый губернатор Магаданской области. Исполняющим обязанности главы региона назначен 28 мая указом президента России. До этого два срока подряд руководил Нижним Тагилом. Ну а сейчас надо набрать команду таких же творческих, искренних, честных людей. Тогда дело пойдет. Работы много. Мы будем работать вместе с Сергеем Константиновичем. Но прежде всего он должен создать коллектив единомышленников, тех людей, которые думают о омской земле, которые готовы работать, которые готовы развивать ее. Будем вместе заниматься этим. Во-первых, у нас с вами идет подготовка зимы. С одной стороны, закончилась. Начинается отопительный сезон. Заканчивается завоз топлива. Надо готовить технику, в том числе и к снегоборьбе, с одной стороны. Вид хозяйства. Но самое главное, у нас начинается работа над проектно-сметной документацией. Значит, в соответствии с майскими указами мы должны готовиться и быстро двигаться вперед. Значит, кто будет двигаться медленно, тот не успеет и не выполнит. Поэтому нам надо перестраиваться, и мы это делаем уже. Руководить Колымой Сергей Носов будет следующие 5 лет. По закону он имеет право занимать данную должность 2 срока подряд.